Шалом, мир всем, друзья, приветствую всех вас из Тулы. Сегодня Песах Шени, поэтому поздравляю всех со второй Пасхой. Хаг Песах Шени Самеах. Поздравляю всех евреев, неевреев, всех, да, всех. Всех, чтущих Библию как Божье Слово. И в книге чисел в 9 главе как раз рассказывается вот о сегодняшнем таком торжестве. Да, вторая Пасха, второй шанс Господь дает тем, кто не смог отпраздновать в полнолуние первого месяца, в полнолуние второго месяца, сего месяца, именуемого как Ияр в еврейской традиции. В семитской традиции вообще это месяц очень такой значимый. В арабском, допустим, в арабской религии, культуре, в исламской религии этот месяц называется Рамадан. И вообще этот второй месяц, но в Библии он называется просто Зив, значит сияние, месяц сияния. Вот, и в этом втором месяце, сейчас полнолуние, сегодня 14 число уже этого месяца Зив, месяца Ияр, второго месяца, да, месяца Рамадан. Так что слава Богу за все, друзья, за пробуждение, за сияние Господа в нас и через нас. Да, друзья, сегодня на самом деле яркое солнце такое, благословенное время. Вот, и сегодня был утренний эфир, который я... Да, привет с Тулы всем, Заречья. Да, и проводил сегодня утренний эфир, как раз посвященный и празднеству, и вчера вечером, и сегодня утром. Сегодня вечером, даст Бог, продолжу говорить. Ну и будем молиться. Вечерняя молитва, да, конечно. Вечерняя молитва. Спасибо тебе, Господь, за все. Молюсь о реформации, молюсь о пробуждении и у нас в православии, и во всех ветвях многоветвистого древа Царства Божьего. Так что, друзья, благословение всем вам. Приглашаю всех вас к этой молитве, призываю всех вас. Да, и планирую семинары провести, уже проводил, но здесь, в Туле, давно уже не проводил. И в Москве, и в Питере. А вот сейчас и в Туле. Так что, ну, сейчас интернет, онлайн, поэтому, в принципе, где бы вы ни были, к семинарам этим можно будет подключаться, вот, участвовать таким образом, да, онлайн. Слава Богу за прогресс технический сегодняшний, да. Время удивительное, мы живем, друзья. Вообще сегодня красиво, яркое, сияющее солнце, и вот уже... Зелень показалась уже, и травушка, муравушка, крапивка. Здесь подо мной, видите, крапивка. Кстати, вот ранняя крапивка, она самая такая жгучая и самая классная. Да. Вот, она самая классная, самая красивая. И вкусная. Я люблю очень из крапивы супчики, летние супчики. С яичком, с крапивкой. Милое дело. Да, спасибо, Господь, за природу пробуждения. Спасибо, Господь, за пробуждение человеческих душ, сердец, за пробуждение и Тулы, и Тульской земли, да, всей России, матушки, пробуждение всего мира, всех стран и народов на всех континентах, да, проживающих. А наипаче, конечно, молюсь за Израиль, молюсь за Иерусалим в эти дни, да, особо молюсь. И сегодня, в полнолуние второго месяца, празднуя Песах Шени, празднуя вторую Пасху, да, как Господь сказал, для тех, кто не смог в первом месяце отпраздновать ее правильно, достойно, да, значит, кошерно, чисто, то вот во втором месяце можно это сделать. И действительно, наша Пасха – это сам Христос, сам Иисус, это замечательная весть, это наша жизнь во Христе. Жизнь во Христе имею, радость во Христе имею. Он царь царей, и Он живет во мне. Спасение во Христе имею, радость во Христе имею. Он царь царей, и Он живет во мне. Аллилуйя, 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 аллилуйя,
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Да, вот даже пенек расцвел, да, дерево спилили, да, но пришла весна, пригрело солнышко, да, и вот даже пенек расцвел, да, здорово, да, очень хороший образ, действительно. Кстати, говорят, в Израиле есть такая, нашли такую, ну, видели и знаю такое дерево, маслину такую, да, которая была коряга корягой себе. Но представьте себе, когда Израиль стал возрождаться 73 года назад, эта коряга расцвела. И теперь маслина снова это цветет, представляете, и плодоносит. Не знаю, быль, не знаю, не быль, но очень красиво звучит, слушайте. Но это красивейший образ именно маслины Израиля, расцветающий. Казалось, уже никогда Израиль не возродится. Казалось уже людям, что никогда уже больше Божий народ не соберется в свою землю, обещанную Богом. Но Божье Слово пребывает вовек. Божье Слово исполняется по-любому. Даже если люди в то не верят, даже если люди то не знают, даже если люди то над этим смеются, даже если люди противостоят этому. О, а сколько противостояло, а сколько смеялись, а сколько не верили. Но Слово Божье пребывает вовек, оно исполняется, друзья, дамы и господа. И вот Пасах Шени как раз об этом и учит нас, что Бог, Он не оставляет нас, не покидает. Он заботится о нас, о детях своих, благоставляет нас. Даже те, кто в нечистоте были, даже те, кто в далекой дороге, далеких путях были от Создателя. Но Господь призывает всех за свой стол, на пир веры, приглашает всех нас. Аллилуйя. Так что, друзья, вот опять из-за облачка солнышко пробивается. Видите, да? Да. Аллилуйя. Хорошая погода такая. Свежо и тепло. И, ну, не так уж и тепло еще, но свежо и солнечно. На солнышке тепло. В тенечке, да, прохладно еще. Ветерочек прохладненький. Но уже весна берет свое. Вот так же и духовно, да. Много еще всего такого происходит в мире, но Божье Слово исполняется. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь, 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 аминь. Да, вот еще и здесь пенечки тоже расцвели, и все... Все-все-все мы, и пенечки, и деревца, все расцветаем, да, во Христе. Благословляю вас, друзья. Шалом, мир вам. Хак Песах Шени Самеах. Да, со второй Пасхой поздравляю, радостного второго такого торжества. С Богом.